Семья Слукиных воспитывает 8 детей, 3 своих и 5 приемных. На это новогоднее представление они получили персональное приглашение. Для многодетных семей билеты на спектакль совершенно бесплатны. Благодарим администрацию, благодарим отдел семьи и детей за то, что они нам всегда помогают. И мы традиционно приходим сюда. И детям очень нравится и выступление, и елочка. Поэтому благодарим и поздравляем и с Новым годом, и с Рождеством Христовым. Спасибо. Зимняя сказка получилась яркой, красивой и по-новогоднему волшебной. До самого последнего момента юные зрители искренне переживали за каждого героя спектакля. «Девочка в хрустальных туфельках» – это постановка артистов Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Сегодня зал переполнен. Очень много родителей с детьми. Семьи приходят, где 5 детей, 7 детей. И маленькие, только новорожденные детки, и дети уже взрослые, 14-15 лет. Приходят семьи, семьи, баба, и мама, и бабушка, и дедушка, все дружно. Настроение у всех очень хорошее, потому что праздник проходит в канун Сочельника. Это уже традиционно. Елку проводит глава города-курорта Юрий Федорович Поляков. Представление длилось более часа, и вместе со зрителями героям сказки удалось одержать победу над злыми силами. Во второй части новогоднего шоу юные зрители смогли сами стать участниками сказки. В малом зале специально для них была организована праздничная программа. Аниматоры вместе с ребятами пели песни, играли в интерактивные игры и водили хороводы. В заключении самый главный персонаж Дед Мороз поздравил ребят с праздниками и пожелал всем счастья, здоровья и успехов в новом 2019 году. Руслан Душевский, Анапа регион.